Всем привет, с вами Inform TV. Несколько минут назад 42-летняя певица и бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова поделилась радостной новостью. Она родила дочь 23 октября, но рассказала об этом только сейчас. При этом отметила, что все прошло, как она мечтала, в обстановке тепла и духовного сопровождения. Рядом с ней был муж Стефано Тиоццо. Певица упомянула, что их родильная комната была украшена свечами и цветами. Также звучали сакральные мантры. Для Сати и ее супруга-итальянца ребенок стал долгожданным чудом. О своей беременности Казанова впервые рассказала летом, признавшись, что давно мечтает о ребенке. Однако беременность оказалась для нее непростой. В самом ее начале Сати предстояла поездка в Индию в качестве организатора паломничества. Несмотря на риск для здоровья, она приняла решение не отменять поездку. Также столкнулась с сильным токсикозом, который осложнялся специфической индийской обстановкой. А сразу после возвращения певица попала в больницу, из-за чего была вынуждена отменять свои выступления. Сейчас Сати и ее муж живут на две страны и теперь счастливы стать родителями. Давайте ее поздравим. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!